Ну что, друзья, вы готовы? Сегодня рано утром к нам поступила еще одна печальная новость. Мы были шокированы, когда узнали об этом всем. Почему от нас об этом скрывали, мы пока не знаем. Скорее всего, постарались родственники. Они до сих пор не хотят, чтобы эта новость появилась в общественности. Несколько дней назад в одну из больниц города в тяжелом состоянии попала советско-российская актриса кино Наталья Варлей. Медики диагностировали у актрисы серьезную черепно-мозговую травму. Сообщается о том, что ее избила соседка по лестничной площадке. Между ними произошел какой-то конфликт, и соседка, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, несколько раз ударила чем-то тяжелым по голове нашу актрису. Сейчас сотрудники полиции проводят разбирательство. Будем надеяться, что правда восторжествует. Подписывайтесь, друзья, на наш канал и следите внимательно за нашими новостями. Каждое утро мы делаем для вас интересные новости. Берегите себя, своих родных и близких, друзья.